Петербурге задержаны подозреваемые по очередному уголовному делу в сфере ЖКХ, мусорному. Среди них бывший заместитель главы Приморского района Василий Степушкин, а также начальник отдела благоустройства и инженер районной администрации, представитель компании-подрядчика. Решается вопрос об их аресте. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с госконтрактами. В прошлом году администрация Приморского района заключила договор по ликвидации незаконных свалок. По документам, услуги коммерческой фирмы стоили 300 миллионов рублей. На самом деле на 174 миллиона меньше.